Девушки доверяют свое самое ценное, а именно волосы, только самым лучшим и проверенным мастерам. Одним из них является Сергей Ганшин, который сегодня отмечает свой творческий юбилей в стенах Москвич-бар. В честь этого громкого события программа «Покетаем» приглашена на вечеринку, которая называется «Попробуй кухню в стиле Ганшин». Оставайтесь с нами. Сережа, сегодня ты отмечаешь свой творческий юбилей. 15 лет ты в деле. Это я так посчитала, ты начал примерно в 5? Или во сколько это получается? Так как мне всего 30 лет, ну, шутка, 31. Начал я действительно в 16 лет, уже конкретно прогуливал алгебру и уже работал, так как мне была тяга к волосам, тяга к девушкам, тяга к красивым девушкам. Так, и теперь так и повелось, красивые девушки все время окружают Сергея Ганшина. Сережа очень делает красивые укладки, ну, я, по крайней мере, в качестве гостя была. Также мы с ним достаточно давно уже общаемся, дружим, являемся клиентами друг друга, можно так сказать. И вот сегодня хотелось бы его поздравить. Все-таки 15 лет – это достаточно круглая дата, поэтому хочу пожелать Сергею творческих успехов, дальнейшего развития, чтобы он не останавливался на достигнутом, и рост только вверх, вверх, вверх. Сереженьку я открыла где-то полтора или два года назад, пришла к нему брюнеткой и не жалею, что пришла брюнеткой, а ушла блондинкой. Больше всего в Сереженьке мне нравится его креативность. Когда ты приходишь, я не знаю. Он говорит, я знаю, я все сделаю. И ты расслабляешься. От лица компании Royal Service мы желаем кухни красоты, а Сереже Ганшину я желаю ему, чтобы он встречал не 15 лет в стиле кухни красоты, а 50. И чтобы это было не в Москвиче, хотя я люблю очень Москвич, но где-нибудь на Канарах, желательно на Тенерифе с нашей помощью. Сергей Ганшин, какие чудеса творит с блондинками? Ой, это человек, просто человек-энергия. Мне кажется, что когда он подходит, уже что-то происходит. Мы превращаемся в умных, красивых, сексуальных, самых лучших девушек. Твои пожелания, Сереже, в юбилей, творческий юбилей. Желаю тебе, Сергей, творческого роста, преуспевания в твоих новых видах деятельности. За последний год какими достижениями ты гордишься больше всего? Я горжусь тем, что я уже укрепил настолько свое имя, что ко мне приезжают и обращаются звезды, мы снимаем клипы. Я в основном нахожусь в Киеве, но я очень люблю Харьков, я Харьков никогда не брошу. Мой салон находится в центре Харькова. Это тоже достижение последнее мое. Мы недавно переехали, мы там только полгода. Приглашаю всех. Чернышевского, 88. Сережа Ганшин сегодня отмечает творческий юбилей. Целых 15 лет, что для мастера, мне кажется, является огромным сроком. Сколько лет ты вместе с ним, как клиент? Мы с ним вместе уже, наверное, лет 7. Познакомились мы, как ни странно, в Болеро. Это стал мой друг, незаменимый, единственный и неповторимый. Вновь мы вместе с ним вырастили. Вот такую это. Красоту, богатство такое вырастили. Эля, ходят слухи, что ты любимая модель Карла Лагерфельда, а при этом еще любимая клиентка Сергея Ганшина. Это все правда? Да, это правда. Мы с Сережей, кстати, очень-очень много лет уже знакомы. И работали тоже на многих съемках, снимали обложку «Офисель» и многие компании в Украине. Часто работали на «Символ». Чем отличается работа именно Сергея Ганшина от других мастеров? Не знаю, я просто Сереже доверяю. Вот мне с ним очень комфортно. Я всегда, когда ухожу, я довольна всем.
мужчины любят красоту, все мужчины ценят красоту, умеют выбирать красоту, но не все умеют ее создавать. И Сергей как раз тот мужчина, который не только высоко эстетичен в своем вкусе, он тот, который умеет создать, он тот, который умеет подчеркнуть женскую красоту, показать привлекательность каждой девушки, раскрыть ее. Поэтому он один из самых любимых, самых востребованных и тех мужчин, которого знают в городе все и дружбой с которым гордятся. Сережу мы знаем больше 8 лет. Желаем, конечно же, ему большего успеха и творческого продвижения вообще его в творчестве. Он замечательный человек, мастер. Ну, в принципе, будем ему помогать в дальнейшем его развитии. Желаем дальнейшего развития, успеха в его начинаниях. И, в принципе, как и любому человеку, всего самого хорошего. Счастья, здоровья. Для творчества говорит о том, что человек безумно талантлив, и сегодня мы видим в округе массу красивейших женщин. Это говорит только об одном, это говорит, что руки у него золотые. Я думаю о Сережном творчестве, что добавляет любой женщиной игру, изюм, корицу. Он делает великолепные блюда от шеф-повара молекулярной кухни, который по вкусу его клиентам. Клиента с ним как раз 15 лет. Я одна из самых первых его клиенток и обслуживаюсь у него до сих пор. Я хочу сказать, что такого человека, как Сережа, очень трудно встретить в нашем городе, потому что он не только занимается нашими волосами. Это человек, который объединяет этот город своей, наверное, вот кипучей энергией, своим желанием жить, своим каким-то таким обаянием и красотой душевной. Я думаю, что Сергей идет только вверх, и я хочу пожелать ему, чтобы так продолжалось, в таком же ритме, даже можно чуточку быстрее, так как жизнь проходит очень быстро, и я желаю ему крепкого здоровья, чтобы это все он смог осуществить. Но на сегодняшний день, то, что я вижу вот последние лет 7, я могу сказать, что с каждым годом он становится на ступень выше. Он действительно растет, он не останавливается. Вон, все будет хорошо, он обречен на успех, по-другому не будет. Планы на ближайший год. Мы сейчас открываем сеть, и у нас будет салон в Киеве. Мы сейчас конкретно этим занимаемся вплотную, так как большой спрос идет. Так как мы участвуем в Ukraine Fashion Week, последний был Ukraine Fashion Week с нашим участием, и последние клипы тоже были у многих звезд с нашим участием. Это, конечно, очень приятно. То, что мы востребованы в Киеве.